Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Emporia Smart 5. И сейчас я покажу вам, как войти в режим Recovery на данном устройстве. Итак, для начала нам нужно отключить телефон. Для этого мы зажимаем кнопочку питания и выключение два раза. После полного отключения мы зажимаем кнопочку питания и увеличение громкости. И держим так до вибрации. Вот, мы попадаем в такое вот меню. Здесь мы можем передвигаться при помощи кнопочки громкости, увеличения громкости, а делать выбор при помощи кнопочки уменьшения громкости. Нам нужно выбрать Recovery Mode. Выбираем. И таким образом мы попадаем в режим Recovery. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.